Это что будет-то? А? Не-не, чеснок мельчит. Чеснок мельчить собрался. Чтоб я обтерку пальчики свои не повредила. Сейчас он будет бабку доводить. Похоже, я так думаю. Мы работаем. Сейчас Леша прибежит. Ну что, у всех... Пару осталось, да? Нормально. Чтоб два раза не вставать. Давай, давай. Здравствуйте, люди добрые. Мы тут лук чистим. Вы что делаете? Пишите. Я почитаю, подумаю, посмотрю, что вы там делаете. Я лучок чищу, значит. Жать охота, потому что. Раз, головка. Оладушки луковые будем делать. Ели когда-нибудь с лука оладушки? Скоро яйца, кстати, красить. Можно чешую не выбрасывать. Лайфхак вам. Если бы я вам не подсказала, вы бы не догадались. Соображать надо. Я вот сегодня урвала в килограмм полтора луку. Все люди разобрали, потому что уже. Поняли? Вот. Мы яйца будем красить. В чешуе. Надо было от красного лука не выбрасывать. От нее такой этот классный. В чешуе варят. Знаешь об этом? Ну, вот ты даже знаешь, молодец. Я все знаю. Я шеф-повар. И не то. Молодец. Приятного аппетита тебе. Спасибо. На здоровье. На здоровье. Ну, лишь бы было сказано. Мясо хотим сделать с луком. Много лука, много мяса. Помидоры, перец и кабачок, который портит наполовину. Да. Ты так смеешься. Ты же так смеешься. А как? Нормально. Мужчины смеются. Мужик смеется. Мужик ты мой. Не буду я за собой мыть твоя камера. Пошло. Да, счастливый. Я, говорит, не буду мыть за собой. Там, говорит, твоя камера. Оу. Смотри, иди сюда. Ёпарасоте. Что? Шоколад. Кушай, кушай. Иди сюда, покажи. Не хочу. Никуда не ложи. Ах ты, бля, Рамон. Это шоколадка. Ты чё это? В рот совай её быстрее. Уснул, что ли? Она у тебя чё в руках-то вся? Включи ему воду, пожалуйста, в ванной. Пускай моет. Не трогай, не задевай ничего. Да. Он тут раз раковину в ванной изморал. Мне сказали, что там какашки намазаны. Прикиньте. Это шоколад такой тает хорошо, прям такой тает. Танучий. Шоколад. Танучий. Вот. Мы же с тобой пиццу хотели. Дорогой мой. Мы с тобой пиццу тоже хотели. Я не слышу, что руки ему моют. Не уходи, не уходи. Побудь со мной еще немножко.
Вот это я сейчас в мешок всю нахер засуну. Я мешки себе же купила. Я же вам показывала растопырку. Девочки. Я же вам показала уже растопырку. Правильно же. Вот берете вот так вот мешочек просто. Отрываете. И все. И не надо мучиться. Если будете мучиться, ни хрена у вас не получится. Бе-бе-бе. Вот такой вот не надо ложить, потому что он загниет. Надо сухой только ложить. Вот сухой положили. И пускай оно лежит. Чешуя всегда нужна. Даже сало, когда солите сало. Тоже оно пригождается для сала. Я сейчас сало буду солить, вон у меня оно остывает. Сало. Сейчас еще другое сало еще достану, еще буду солить. Сало. Скоро, потому что тетя Света придет. Я ее буду салом кормить. 26 числа она придет, только еще не знаю во сколько. Во сколько всех позвать. Вот. У меня еще две помидорки большие будут там. Трави вас еще. Ну вот еще осталось. Я выброшу. Так и быть. Всем счастья, счастья, здоровья и добра. От Иринки. Девчульки. Любитюльки. Иринка тут хозяйничает. Лук с мясом буду жарить. Потом жаркое. Потушу мясо с овощами. Отдельно просто взяла в сковородке, как оно называется, мясо с луком. Мясо с луком просто в сковороде с приправами. А еще потушу в кастрюльке с овощами. С этим. А, здорово! Забыла, блин, зараза. Привет. Не боитесь меня? Не хорите вы меня. Вот. Вот так вот. А плитку я вторую включила? Вообще никакую не включила, короче. Представляете? Ой, дура, да? Эту мы сделаем на девятку. А эту мы сделаем, ну, тоже пока на девятку. Две кастрюли. Вот у меня уже еще сало. Еще одно остывает. То я посолила, убрала уже, девочки. Без вас. Потому что я музыку слушаю. У меня здесь колонка вон. Я музон слушаю. А тут надо, приходится отключать, зараза. Завтра в инстаграме сделаю вам растопырку. Пришли мне наушники. Тут много чего. Часы. Наушники и ремешок. Короче, вся фигня. Растопыряк буду делать в инстаграм. Завтра. Сегодня я устала. Мне сегодня надо сварить. Вот. Туда-сюда. Завтра, чтобы у меня дел было поменьше. Так, туда-сюда, короче. И... Не, не деловая колбаса. Ну, так-то, в принципе, ну, нормально все. Завтра сделаю. Растопырку. Хорошего понемножку, как говорится. Короче. Вот. Глаза не ест. У меня окошко раскрыто, дверь закрыта. У меня все растопырка растоплено. Так, скоро у меня еще будет растопырка, но я подожду маленько. Чуть не упали вы у меня. Кто-то там скребет, что ли? Ох, как хорошо у меня там нагревается. Золотая я девка вообще. Недоброжелателей, конечно, очень много. Сейчас со мной поговорили, которая Сабрине под этим писала. Ребенку. Сейчас мы с ней пообщались маленько. ВК. Мелочь пришел. Мелочь, что надо? Сейчас сделаю, да, я нарежу и положу себе кушать. Иди, пожалуйста, выйди, пока у меня тут прохладно. В комнате играй. Я говорю, у меня прохладно, дверь открыта с балкона. Выйди, пожалуйста. У меня нет еще вентилятора. Этого. Чтобы это можно было как-то что-то. Продует нафиг. Не надо, зачем? Как жарко я сделаю. Из-за столов не выходит, вот прям добивает. Только что сидели два раза, опять. Что-нибудь, дай. Мне не жалко, и здоровье, конечно, уже добивает маленько.
Так, перец. Я тоже люблю семечки вот эти добавлять. Мне очень нравится добавлять семечки. Кто-то не любит семечками, наоборот, убирает. Мне нравится, наоборот, семечками. Кто-то болгарский. У меня сублина не любит болгарским перцем ничего. Леча тоже она не ест, где болгарский перец. Мы тогда делали лечо, но без болгарского перца, помидорами. Помидоры несколько баночек я делала. Чисто помидоры, кабачок, помидоры разные. Ложила. Разные помидорки. Половинку оставлю. Ну, это красота. Помидорки, мясо уже как-то размораживается. Палку надо. Здесь вообще ничего не нагревается. Сковородка просто стоит. Где кто там разговаривает? Жидрёный батон. Я же видео снимаю, ты не открывай, пожалуйста, двери. Ладно? Слышишь? Вот. Пожалуйста, хватит. Я тебя прошу. Ну, пожалуйста, тебе говорю. Хватит. Смущаешь же меня? Честно. Нет, не смущаешь? Ну, ладно. Меня снимают, стоят в нагрузке. Хватит. Я прошу тебя. Я забыла, что вы здесь, прикиньте. Я реально забыла. Теперь вы меня увидели, какая я настоящая. Вот эти пару минут, блин. Я серьезно говорю, я забыла вообще. Блин, пипец, блин. Снимает меня маме своей. Такая, я тут хозяйка, блин, ядреного батон. Ну а что делать? Все мы не ангелы. Да. А мама испугалась. Трепет, говорит. Не, мама хорошая. Вообще золотая. Картофан чищу, ядрен его батон. Я же когда вот так повернулась, я хотела музыку включить, а потом до меня дошло, я же вроде бы снимала.
Чтобы мне скучно не было, мне тут ставить колоночку, музычку. Чтобы у меня было все путем. Слышно меня? Спасибо. За телеграм молодцы, девочки. Молодцы, молодцы, молодцы. У нас там Алена родила тройню. Еще раз хочу поздравить Аленочку. В телеграме тебя поздравила, моя сладкая. Вот, поздравляю тебя всей души, честное слово. С тройней тебя. Вот. Я говорю, поздравлять не умею, но зато от чистого сердца. Умничка. И муж твой хороший, молодец. Хорошо постарались. Одним разом сразу три. Я тебе об этом уже говорила. Молодец. Дай Бог. Здоровые росли. И ты здоровенькая была. Ну и муж тоже. Мама, папа, дедушка, бабушка ваша. Вот если там еще кто-то есть, тоже пожелайте им добра от Иринки. Алена, ладно? Если ты меня видишь, слышишь. Вообще умница. Тьфу-тьфу-тьфу на вас. Не сгладить. Без тебя. Ладно, хватит, короче.